Уважаемые гости, в центре отдыха Боярская станица, озеро Большой Кременкуль, 10 минут от Челябинска, на новогодние праздники остался один коттедж. Заезд 31 декабря, 16 часов. Вместимость 6 человек, можно дополнительно доставить две раскладушки на двое суток с завтраками и с праздничной программой 40 тысяч рублей. Кулер, микроволновка, холодильник, зона отдыха, телевизор. Праздничная программа входит в стоимость. Можно посмотреть на нашем сайте и на группах в соцсетях. Душевая кабина. На втором этаже зона отдыха.